Мне бы хотелось коснуться пяти основных аспектов, хотя их гораздо больше. Только пять принципов, которые помогут нам заручиться поддержкой Всевышнего Аллаха, свят Он и велик. Первый принцип. Мы находим его в Коране. Всевышний Аллах, свят Он и велик, говорит: «И мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они приносили им знамения, мы покарали грешников и взяли на себя помощь верующим». Таким образом, первое, что необходимо для получения помощи от Аллаха – быть из числа верующих. А что значит быть верующим? В хадисе Джибриля, алейхиссалям, передается, как Джибриль сказал посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям: «А теперь поведай мне о вере». Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Суть веры заключается в том, чтобы уверовать в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писание, в Его посланников и в последний день, а также в том, чтобы уверовать в предопределенность как хорошего, так и дурного». Это и есть столпы веры. Верить таким образом, чтобы эта вера влияла на твои поступки – вот что является главным. Если я поставлю перед вами сосуд с ядом, и вы знаете, что внутри, я прикажу вам выпить, вы откажетесь. Это пример осознанного поведения. Вы не притронетесь к сосуду с ядом, поскольку знаете, что вас ждет, а вы в этом убеждены. Как-то посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, прилег вздремнуть в одном из походов, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, оставил свой меч на ветке дерева. В этот момент один многобожник подкрался к нему, сняв меч с дерева и приставив его к благословенной шее посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, со словами: «Кто спасет тебя от меня сейчас?» Обычный человек подумал бы, нужно было бы в такой момент применить какой-нибудь из рукопашных трюков или что-то в этом роде. Но пророк, алейхиссалату вассалям, в ответ на вопрос «Кто спасет тебя от меня сейчас?» ответил со стопроцентной уверенностью и убежденностью: «Аллах». В это мгновение многобожник оцепенел. Его руки задрожали, и меч упал на землю. Тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, взял меч и поднес его к шее многобожника, спросив: «Кто спасет тебя от меня сейчас?» Видите, что значит обладать верой, которая отражается на твоих поступках? Ведь если Аллах с тобой, разве можно бояться кого-либо? Вот они прячутся в пещере Саур. Субханаллах. Если кто-нибудь из врагов посмотрит себе под ноги, то обязательно увидит их. Они взобрались наверх. Это невероятно. Если кто-либо из вас бывал в пещере Саур, путь наверх в этой пещере занимает 2 часа, верно? Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, взобрался по этой пещере в попытке спасти свою жизнь. Но обратите внимание на тех, кто преследовал его, они также взбирались 2 часа, а то и более, обыскав где только можно. И оставалась лишь эта маленькая пещера, которую они еще не осмотрели. То есть было бы глупо не проверить и эту пещеру, учитывая проделанный 2-часовой путь. И вот они стоят у пещеры. И только их взгляд наверх отделяет их от своей цели. Абу-Бакр стал сильно переживать, что если они причинят зло посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к нему: «Не печалься, ибо Аллах с нами». «Чего ты опасаешься, у Абу-Бакр? Аллах с нами». Это демонстрирует силу веры и убежденности в том, что если Аллах с нами, нам нечего бояться. Разве нужно переживать в таком случае? Не страшно, если даже нас поймают? Субханаллах, Всевышний Аллах, свят Он и велик, спас их. Потому верьте в Аллаха, свят Он и велик, такой верой, чтобы сердце было свободно от страха, в котором подвержены люди. Что такая вера даст вам? Вы словно освободитесь от оков, в которые заковано все человечество. И вам более уже не страшно ничего. Вы станете подобны Юсуфу, алейхиссалям, для которого заточение в темнице было любимее, чем свобода. Голод? Всевышний Аллах, свят Он и велик, накормит меня. Болезнь? Аллах, свят Он и велик, исцелит меня. Руководство? Аллах, свят Он и велик, укажет мне верный путь. Потому вера является условием для ниспослания помощи от Аллаха, свят Он и велик. Второе условие. Твердо стоять на истине. Пока ты крепко держишься за истину, Аллах, свят Он и велик, будет твоим помощником. До тех пор, пока вы следуете истине и сохраняете уверенность во Всевышнем Аллахе, свят Он и велик, Его помощь будет с вами. Как многочисленные истории, в которых мы узнаем, как Всевышний Аллах, свят Он и велик, помогает своим верующим рабам. Будьте помощниками в религии Аллаха, свят Он и велик. Служите религии Аллаха, свят Он и велик. И Аллах окажет вам поддержку. Третье условие. Единство. Однажды правитель одного из городов Персии заперся в башне, пытаясь скрыться от мусульман, захвативших эту местность. Окружив его, они ждали, когда правитель сдастся. Он же обратился к ним: «Что вам нужно от меня, мусульмане? В моем колчане 100 стрел, разве стоит один человек 100 других?» Затем заявил: «Я сдамся, если вы отведете меня к Умару ибн аль-Хаттабу». Когда же мусульмане согласились, он оставил свой лук со стрелами и вышел к ним. Они проделали длинный путь в Медину, чтобы отвезти его вместе с делегацией к Умару ибн аль-Хаттабу. По прибытию в город
Его переодели в привычную для персов одежду, нарядную, присущую традициям правителей Персии, и отвели к Умару ибн аль-Хаттабу. Когда они пришли в мечеть, его там не оказалось. К ним подбежали дети, играющие неподалеку, и спросили: «Вы ищете повелителя правоверных?» Им ответили: «Да, он спит позади мечети на своей накидке». Когда они нашли Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, то увидели его спящим на своей сложенной одежде. Не желая будить халифа, они говорили тихо, и тогда перс спросил: «Где Умар?» «Это и есть Умар? Где же его стражи?» «Вы, люди, покорившие Персию, где же стражи? Где же царский двор? Где же ваши писцы?» От разговоров Умар проснулся и спросил: «Ты ли правитель тех мест?» Тот ответил: «Да». И тогда Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Расскажи, что привело тебя сюда». Правитель Персии сказал: «И послушайте внимательно. Раньше мы воевали против тебя. Не было Аллаха ни на вашей, ни на нашей стороне. Не было поддержки Аллаха Святого Велик ни для вас, ни для нас, поскольку и вы поступали несправедливо, и мы во времена невежества до прихода ислама. Можно сказать, мы одолели вас в той войне. Однако теперь, когда вы являетесь мусульманами, Аллах Святой Велик на вашей стороне, помощь Аллаха у вас, а мы же остались ни с чем. И это наше поражение. Не благодаря вашим войскам вы одержали победу, а потому лишь, что Аллах Святой Велик с вами». Тогда Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «И еще потому, что мы едины. Единство – в этом и заключается помощь от Всевышнего Аллаха. Секрет успеха и поддержки от Аллаха Святой Велик в том, чтобы сохранять единство». Всевышний Аллах сказал: «Подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, и не спорьте, иначе вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, поистине Аллах с терпеливыми». Таким образом, третий принцип после веры и стойкости на прямом пути – это единство. Четвертый пункт. Подготовка и должная осмотрительность. Предыдущие поколения мусульман не одерживали победу по чистой случайности. Они основательно готовились к каждому бою. Если вы посмотрите на истории ранних мусульман, многие тогда были хафизами Корана. Как-то я слушал лекцию одного из братьев, он рассказывал, как один из правителей Магриба, это часть Марокко, захотел женить своего сына. Однако хотел убедиться в том, что для его сына найдется подходящая партия. Тогда он приказал объявить, чтобы в тех домах, где живут дочери хафиза, выучившие Коран наизусть, пусть оставят на окне свечу. Так он бы смог найти подходящую пару своему сыну. Однако в ту ночь весь город зажег свечи у окон домов, потому как в каждом доме была дочь, знавшая Коран наизусть. Удивившись, он подумал: «Альхамдулилля, однако моему делу это не помогло». Тогда правитель решил объявить, чтобы те, в чьих домах живет девушка, знающая не только Коран, но и сборники хадисов, оставили свечу у окна. Несмотря на то, что количество свеч уже стало меньше, тем не менее практически в каждом доме стояли свечи. Было время, когда мы были сильны в знаниях. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, отправлял некоторых своих сподвижников изучать иврит среди евреев. И когда те возвращались, то говорили: «О посланник Аллаха, мы можем писать и говорить лучше, чем сами евреи». В знании сила, о дорогие братья и сестры. Будьте подкованы в знаниях. Это особенно важно понимать молодым. Итак, четвертый принцип – подготовленность и предусмотрительность. И пятое – терпение. Посмотрел как-то ролик про одного студента, изучавшего хадисы. Наука о хадисах сложна, необходимо изучать очень много информации. Попробовав какое-то время, он решил, что все, слишком уж непосильная для него цель. Когда он уже собрал вещи и был в пути домой, то увидел по дороге ручей, из которого вода капала на скалу. Он рассказывает: «В то мгновение я подумал про себя. Вода такая мягкая, а камень такой твердый. И все же вода смогла пробить твердую поверхность камня. Знание – та же мягкость воды, но мое сердце не настолько твердое, как этот камень, и если я сумею проявить стойкость, то, возможно, эта вода проникнет в мое сердце». И так со временем этот человек стал одним из виднейших авторитетов в области изучения хадисов. Терпение. Смысл в том, чтобы не ожидать значительных изменений за одну ночь. Вы открываете книгу и уже думаете, что выучили ее. Имейте терпение и будьте стойкими. В то же время осознавайте, если путь ведет не туда. Чтобы продолжать идти вперед, необходимо запастись терпением и настойчивостью. Особенно это важно в даавате. Даава – это проявление терпения. Истина не одерживает победу над заблуждением в одночасье. Это постоянная борьба. Истинная покорность Аллаху – ключ от всех дверей. И будьте стойкими на этом пути. Делайте понемногу, но будьте последовательны. Мы просим Всевышнего Аллаха, Святой Велик, благословить нас.